Паста карбонара известна далеко за пределами Италии. Ее любят так же, как итальянскую пиццу, итальянское мороженое. Но не удивляйтесь, если, приехав в Италию, вы не сможете найти эту пасту в ресторанах Венеции, Флоренции и Сицилии. У каждого региона есть своя фирменная паста. Так вот, паста карбонара является блюдом региона Лацио. Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления этой пасты. Открою секреты, которые помогут вам приготовить настоящую карбонару. Но перед приготовлением хочу рассказать вам историю этой пасты. Существует много легенд о происхождении и названии пасты карбонара, и вот несколько из них. Существительное «il carbone» в переводе с итальянского «уголь», а использование в рецепте черного перца напоминает порошок древесного угля. Это первая версия. А вот второй вариант. Раньше подкопченую грудинку называли карбоната. Видимо, потому что для копчения мяса использовали древесный уголь. Опять же, карбоны. И самая популярная версия гласит, что первые эту пасту приготовили угольщики. Люди, которые занимались выжиганием леса для производства древесного угля. От названия их профессии и произошло название пасты – карбонара. Рабочие на несколько месяцев уходили в горы на работу. С собой они имели запасы продуктов. Смешав то, что было, готовили вкусную пасту. Я не раз говорила, что все итальянские рецепты очень просты в приготовлении и требуют набор продуктов, которые каждая хозяйка может найти в холодильнике. Доказательством этой версии названия пасты можно считать описание знаменитой итальянской актрисы Софи Лорен в книге «Рецепты и воспоминания». Она рассказывала, что в 50-х годах во время съемок фильма «Недалеко от Рима» съемочная группа встретила тех самых угольщиков, которые угостили их карбонарой. Софи Лорен так понравилась паста, что она попросила у них рецепт. Этот рецепт она опубликовала в своей книге. Паста карбонара готовится очень просто. Для приготовления этой пасты подойдут спагетти. Я использовала свежую пасту тоннарелли. Из коротких типов пасты подойдут трубочки, ригатони. Сыр пекурино – это сыр региона Лацио. Панчетта – бекон. Яйца и свежемолотый черный перец. Ставим на огонь кастрюлю с водой для приготовления пасты и тем временем на сковороде обжариваем панчетту, нарезанную кубиками. В миске смешиваем яйца. Я на одного человека беру одно целое яйцо и один желток. Кто-то использует только желтки, но тогда соус получается густым. В моем случае самое то. Добавляем натертый на мелкой терке сыр пекурино, он соленый и придаст вкус блюду. Все хорошо перемешиваем до однородной массы и добавляем черный перец. Панчетта уже обжарилась, отключаем огонь, это очень важно. В кипящую воду добавляем соль и пасту. Порция на одного человека сухой пасты 80 грамм, а свежей чуть больше. Готовим до готовности. Я всегда придерживаюсь времени, указанному на упаковке. Это тоже важно, чтобы не переварить пасту. Итальянцы любят пасту аль денте. Это значит, паста должна быть мягкой снаружи, но слегка твердой внутри. И при надкусывании это чувствуется. Готовую пасту добавляем на сковороду. Хорошо перемешиваем. И тут очень важно, чтобы сковорода не была на огне, иначе у вас не получится настоящая карбонара, а получится омлет. Добавляем взбитые яйца с сыром и черным перцем, еще раз хорошо перемешиваем и быстро подаем на стол. Сыр начинает плавиться, и соус обволакивает всю пасту. Очень быстро и вкусно. Приятного аппетита! Готовьте и радуйте своих близких! Спасибо, что досмотрели видео до конца и поставили лайк. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто присылает на PayPal благодарность. Эти деньги я использую для развития канала. Вот моя последняя покупка. Заказала на Амазоне.
Курьеры просто замечательные, учитывая наше положение, что мы находимся еще на карантине. Посылку принесли прямо под дверь. Буду читать, вроде бы уже все знаю, но в каждой книге есть что-то новое и интересное. Буду готовить для вас новые видео. А на этом я буду прощаться с вами и до новых видео, друзья. Берегите себя и своих близких. Ваша Тати Рома.